помещение будет перекрыто через 10 минут. Пора сматываться. Мы проскочим блокировку двери и уйдем. Это круто, но весь подземный сектор занят динозаврами. Ты никогда не пройдешь там. Не волнуйся, я разделаюсь с каждым из них, если потребуется. Блестящий план, но у меня есть два лучше. Один хрен сказал мне, что есть аварийный выход. Вы сможете чисто проникнуть туда. Ты уверен? Да, но есть одна проблема. А вот и дыра в главной системе. Да будь это, если ты не сможешь взломать пароль раньше, чем появится динозавр, у тебя ничего не останется. Я знаю, просто доверься мне. Никогда. Хорошо, а как ты, Регина? Сделай свой выбор. Ты везучая сучка. Итак, доктор Кер. Да, Гейм большой любитель денег. Постоянно вертящий вокруг, не так ли? Точно как крыса. Они захватили весь остров благодаря твоим делишкам. Отлично. Я рад, что занял тебя делом, толстяк. Удивлен, что они послали кого-то за мной. Я слышал, что они считают меня мертвым. Если это то, что ты хочешь, я буду более чем рад помочь. Так что, гений? Расслабься, агент. Замечательно, не правда ли? Но я не могу идти, пока не получу окончательных результатов. Я с тобой не торгую. Я возвращаю тебя обратно в цивилизацию, так что заткнись, не след, домой. Регина, найди пункт радиосвязи и вызови вертолет. Вы так не поступите, у меня есть права. Соответственно, с приказом, ты государственный собственник. Я собираюсь взять это с собой. Нет, они не могут сделать этого со мной. Они не выполнили меня 3 года назад, а сейчас хотят вернуть. Это безобразие. Заткнись. Ты кретин, но ты на лобе чурбан. Заткнись.
Где центр связи? Возьмите подъемник из комнаты управления! Нужна карточка для доступа к лифту. Я знаю, у тебя есть одна из них. Держи ее, собака. Задачи ясны. Я встречу вас у вертолета. И что ты делаешь? Мне осталось небольшое незаконченное дельце. Я отправлю этого парня с Риком. Пошли. Неоконченные дела?